Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков. В этом видео я покажу, как установить приложение для управления кондиционером Carrera. А в моделях On-Off можно также интегрировать кондиционер Carrera в систему умного дома Яндекс и использовать голосовое управление, например, через умную колонку. В смартфоне включите Wi-Fi и Bluetooth. Нам понадобится приложение Smart Life. Если вы его уже установили и подключили кондиционер, заходим в приложение, раздел «Устройство», удаляем установленный кондиционер. Далее удаляем и само приложение. Далее устанавливаем приложение Smart Life, используйте этот QR-код. По нему переходим в магазин приложений и заново устанавливаем Smart Life Smart Home от Tuya. Открываем приложение, соглашаемся с условиями. Далее приложение запрашивает активацию. Сканируем второй QR-код. Создаем новую учетную запись, если ее нет, либо используем существующую. У меня учетная запись уже есть, поэтому просто ввожу логин, почту, разрешаю доступы и нажимаю «Добавить устройство». Следующий шаг критически важен. Нельзя подключить кондиционер вручную, так он не будет добавлен в дальнейшем в умный дом Яндекс. Нажмите кнопку в верхней правой части экрана смартфона. Отсканируйте вот этот QR-код. Его мы уже использовали для активации приложения. Приложение распознало кондиционер. Вводим логин и пароль Wi-Fi сети, к которой будет подключен кондиционер. Далее нам нужно переключиться на Wi-Fi Smart Life. В разделе сетей на смартфоне ее нет, поскольку кондиционер не перешел в режим сопряжения. Включаем кондиционер и нажимаем кнопку Display 6 раз. Раздается два звуковых сигнала. Кондиционер в режиме сопряжения. В смартфоне подключаем к сети Smart Life. Нажимаем нижнюю ссылку «Перейти к следующему шагу». Разрешаем доступ. У меня уже есть приложение «Умный дом Яндекс», и оно сразу распознало кондиционер. Если у вас распознавание не произошло, нажмите «Добавить устройство» в верхнем углу. Далее устройство умного дома. У меня Smart Life уже интегрирован. Если у вас он не подключен, покажу, как это сделать. Отвязываю аккаунт Smart Life и удаляю устройство. Нажимаю «Поиск». Выбираю приложение Smart Life. Привязываем к Яндекс. Вводим логин из приложения Smart Life. Проходим верификацию. Ставим пазл на место. Вводим пароль от аккаунта Smart Life. Вновь передвигаем пазл для верификации. Нажимаем «Авторизоваться». Привязываем аккаунт. Обновляем список устройств. Название кондиционера должно быть написано именно кириллицей. Далее кондиционер в системе можно привязать к любому дому и комнате. Готово. Алиса, выключи кондиционер. Алиса, включи кондиционер. Надеюсь, видео оказалось полезно. Спасибо за ваше внимание.